Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Я в эфире? Да, здравствуйте. Спокойно смотрим в будущее. Угу. Все больше появляется китайцев. Но это и жители Великого Новгорода тоже замечают, что действительно в центре, да, на туристических объектах их все больше и больше. Мне так хочется пошутить, что их вообще в принципе, становится больше и больше. Это в перспективе точно есть, потому что там площадь под застройку хорошая. В конце концов, мне кажется, все должны... Как человек к этому относится, как он представляет себе своего прадеда? Да это же его право. Вот про это акция «Бессмертная». Mm-hmm. Я вернусь. Давайте к своему... еще на один. Таня, нет, снова тебя перебьет. Да. Да. Есть у нас еще один телефонный звонок. Добрый. Вот любви и преданности, вот так. Соседи, я напомню, что сегодня на ваши и наши вопросы отвечает генеральный... Кто знает. Обязательно свяжемся с вами после эфира, сообщим, где можно забрать ваш маленький приятный приз. Всего доброго призы. И до новых встреч. До свидания.